здарова, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Топфликс! Мы играем в GTA 5 Online с вашей любимой рубрикой «Битва воров». Привет, друзья! И сегодня, ребят, наша рубрика начнется на парковке гольф-клуба, где у нас подготовлено по 8 байков с каждой стороны. На этих мотоциклах сегодня мы с Топфликсом ищем и воруем по 3 машины на каждого, чтобы далее сразиться в жесткой битве. Ну а найти, ребят, мы должны самые лучшие тачки, подходящие к испытаниям, потому что сегодня будет у нас жесткий футбол, жесткая толкучка на воде, а также испытания «Последний выживший». Проверим, у кого коллекция получится сегодня круче. Ну а я, ребят, желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита, если вы кушаете. И, ребят, давайте сегодня наберем максимальное количество лайков. Мне будет невероятно приятно, если мы это сделаем. Ну а также не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видосы по этой крутой рубрике. Ну а мы с Топфликсом погнали выбирать себе байки, чтобы искать крутые тачки. Ну и теперь, ребят, мы с Топфликсом уже собрались силами, собрались духом и готовы выбирать себе байки от 1 до 8, чтобы узнать, на чем сегодня мы будем искать себе тачки для жестких испытаний. Смотрите, ребят, сегодня, как и всегда, у нас есть самокаты, BMX, велосипеды, турбо-квадроциклы, также есть спортивные квадроциклы, трициклы, а также байки за Реновар и Опрессор. Вау! Блин, надо будет что-нибудь новенькое добавить, ребят, если хотите, поставьте обязательно лайк. Ну что ж, какие 3 байка достанутся, на них сегодня и ищешь тачки для испытаний. Готов, Антон? Готов, конечно. Все. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Алиса, назови число от 1 до 8. Давай восьмерочка, мне самый быстрый байк хочу. Двойка. Число 7. О, байк из Арены Вар! Нифига себе! Алиса, назови второй мотоцикл от 1 до 7. А давай семерочку еще, это будет классно. Нет, 1, 1. Выпало число 6. Да ты че? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, трицикл. Отлично. Это жестко. Алиса, и назови последний байк для Топфликса от 1 до 6. А ну давай напоследок число под номером 6 хочу. 1. Выпало число 2. Да, хотя бы BMX. Все, ребят, у Топфликса сегодня байк из Арены Вар, трицикл и также еще велосипед. Давайте посмотрим, что достанется мне. Мне кажется, Алиса меня любит больше, чем тебя, поэтому мне повезет в 100 раз круче. Алиса, назови для Джела число от 1 до 8. А может, число под номером 1 тебе, самокат? Нет. 1. Ты чё? Как так-то? Я не понимаю. Алиса, назови второй супер крутой байк от 1 до 7. А давай число 1 еще один раз. Не надо. Давай. Выпало число 1. Да! Ты чё? В смысле? Почему так-то? Алиса, чё я тебя сделал, блин? Всё, я тебя удалю нафиг из телефона, короче. И последний мотоцикл. Итак, назови число от 1 до 6. Ну давай напоследок число 1 тоже. 2. 6. Наконец-то! Понял? Я ей просто начал угрожать, что я ее удалю из телефона, поэтому она решила меня опрессор выбрать. Ну, ребят, сегодня первую тачку ищу на велосипеде, вторую на BMX, ну а третью хотя бы на опрессоре смогу к нему далеко-далеко улететь. Yeah. Ладно, Антон, ты готов? Потому что по времени у нас ровно 7 минут. И у меня байк в 10 раз быстрее, чем у тебя. Да, у меня конечно, турбо-самокат! Ладно, ребят, на счет 3 стартуем. 1, 2, 3, погнали! Полетели. Время в нижнем правом углу у нас поехало! Нифига ты! Ай, меня дерево не пропускает! Это капец, ребят! Ладно, короче, быстрее ускоряемся и воруем самые крутые, самые офигенные тачки, которые сегодня только катаются в городе! Потому что, Антон, напоминаю, испытание, это у нас футбол! Для футбола нужна какая-то здоровенная, жесткая тачка! Я придумал! Что придумал? Футбол! Ой, футбол угоню, говорю. Автобус для футбола угоню, прикинь, какой что будет? Автобус? Я просто его на ворота поставлю, ты даже гол мне не забьешь. Да, крутая тактика, ребят. Ладно, на самом деле, в следующий раз, может, так сделаем? Нет. На самом деле, нужна какая-то жесткая бронированная тачка для футбола, чтобы от тебя массой просто скидывать. У-ху! Ты чё, офигел, что ли? Да. Но я чем-нибудь найду крутое. Потом, для толкучки нужна тачка, желательно, из Арены Вар. Опаньки. А что тут снимают, я не понял. Блин, это только подготовка к съемкам идет. Я думал, тут уже снимают. Вообще киностудия пустая. Ладно, попозже заеду, может быть, заспамится бэтмобиль какой-нибудь. И, ребят, также запомню, в конце у нас будет жесткое испытание, которое называется «Последний выживший». Вот там-то нужна какая-нибудь боевая машина бронированная. Реально. Хотя, да. Либо можно вообще любую тачку угнать, потому что главное уворачиваться от танков. Угони мини-купер себе. Так, мини-купер? Мини-купер? Да. Кстати, на самом деле это неплохая идея. Опа!
Не понял. Тачка из Арены Вар, ребят, смотрите, Гриндел. Дождь. И вот еще одна. Она тюнингуется в Арене Вар в лимузин. Знаешь, Антон, да? Я знаю. Ой, а их тут целая куча. Вот раз, два, три. Вон еще едет. Вон так едет даже. Ребят, сегодня, походу, самый офигенный спавн тачек. Потому что реально можно взять любую машину на испытание. Эй, дядя, тормози. Блин, прикольно. Дай проверю, что за тачка стоит. О, мужик вышел. Ну-ка, а это что? А, нет, это фигня на самом деле. Реально развалюка. Тут даже суперкары спортивные, Антон, смотри. Ты что, офигел, что ли? Вот. Слушай, я, походу, сварю вот к себе и прокачаю его в Rocket War. Сейчас я тебе сварю и прокачаю, офигел. Нет, ребят, ну реально, давайте сегодня наберем рекорд лайков. Тут что, стоит, нашел? Знаешь что? Я забираю эту тачку стопудово. Ред-трак, ред-трак, который тягуется в огромный, гигантский Бигфут. Да в смысле? Все, Антон, ты просто... А я не знаю, а куда ты уехал-то? Куда ты уехал? Я катаюсь около школы, там, университета. А, капец, а я поехал к пляжу. Тут самые офигенные тачки по городу катаются. Блин, хорошо, что я не забирал себе вот эти гринделы, ребят, потому что ред-трак намного круче. Дай проехать, дядя. Просто... Банда тачек из Арены Вар катается, ребят, вы посмотрите на это. Так, быстрее, Лёха, привози. Лёха, знаешь, что придумал? Чего придумал? Я для испытания последний вылез, значит, я заберу. Я знаю, развалюху, да, развалюху? Нет, я заберу себе гольф-кар, он же маленький. Серьезный гольф-кар заберешь? Конечно. Блин, ребят, смотрите, Антон на гольф-каре хочет победить Бигфут. Это жесть, конечно. Не, ладно, я пошутил. Бигфут я заберу, знаешь, на что? Я придумал. Блин, нет, стой. Не знаю, ладно, я его либо на толкучку заберу, либо заберу, получается, на испытание. Последний большой футбол. Прикинь, на Бигфуте футбол сыграть. О, реально классно. Все, ребят, теперь я на BMX должен своровать вторую тачку. Блин, здорово, начальник, ты чё ездишь? Эй, сиди отсюда, я тебя разобью. Блин, ребят, все, отвечаю. Я сегодня должен угнать вторую тачку тоже из Арены Вар. Ого, какой прикольный. Где ты найдешь там, миллионники. Да, их тут миллион катается, Антон, ну, ты не видел? Посмотрим. Иди, выезжай, открой глаза, проверь. Просто тут пушки, гонки, это... А где все тачки, кстати? Чё, пусто? А чё так мало тачек стало? Я не понял. Только что миллион машин из Арены Вар каталось. Ладно, ребят, на самом деле, сейчас быстренько найдем припаркованную тачку из Арены Вар, своруем. Я бы, если честно, не отказался бы от доминатора. Вот это пушка-гонка. Я бы тоже. От танка. Танк, конечно. Танк, ребят, только найти можно, получается, в Арене Вар, и то очень-очень редко. Я поэтому не рискну в Арене Вар на велосипеде ехать. Так, парковки. Где есть гигантские парковки? Можно мне, пожалуйста, отыскать? Где? Скажи. В богатом райончике. Опа! Богатый райончик. Спасибо, Антон. Я поехал в богатый райончик. Это я поехал вообще-то. А все, проговорился. Быстрее, ребята, ищем тачку. Какую-нибудь крутую. Доминатор, либо Ламборгини на доминатор футбол. Прикинь, мой. Взять. Как тебе идея такая? Ты классная. Классная? Вот, да. Все, бери Ламборгини. А мне кажется, это фиговая идея, потому что Ламборгини будет под мячиком приезжать, и она даже откидывать его не сможет. Она быстро зато. Так, вот тут какая-то ездит развалюха. Во, парковка. Ну-ка, ребят, ищем тачку. Так. Блин. Стоп, бляха, подожди. А где из Арены Вар машины? Что такое? А нам же с тобой нужны большие тачки для футбола. Большие, гигантские. Я гигантскую знаю, искать буду. Взять. Чего? Я возьму себе огромную внедорожник. Я испугался. Я думал, фуру скажешь огромную. Не, на самом деле на внедорожнике, мне кажется, ты точно проиграешь, потому что я тогда... Ладно, окей, он внедорожник, ребят, забирает. Я тогда Бигфут беру для футбола. Все, понял? Я на Бигфуте буду против твоего внедорожника играть в футбол. Да. А все, надо было думать лучше, ребят. Все, давай, разгоняйся. Я уже заехал в богатый район, и вот тут где-нибудь, надеюсь, я смогу найти себе крутую тачку из Арены Вар номер 2. Ламборгини. Так. Ламборгини? Блин, вот мне Ламборгини, реально, увижу Ламборгини, я ее 100 пудов заберу себе. Так, даже, потому что это моя любимая машина. Так, аккуратно. Ну тут эти тачки точно не тюнгуются в Арене Вар. Надо искать покруче. Че, там пусто? Может быть, Слам Ван найти? Прикинь, Слам Ван. Так, а где эти гринделы катались ли? В лимузины тюнговались, я не понял. Только что миллион штук я видел, а уже ни одного нету. Чего? Пусто, говорю, нету, уграли все. Пусто, капуста. О! Доминатор! Это доминатор! Ламборгини! Нет! Доминатор либо Ламборгини! Ребят, ладно, я заберу себе доминатор. Все-таки я обещал, что если найду доминатор, угоню доминатор. Блин! Там а я еду с Ламборгини. Конечно, давай, иди воруй туда. Капец, у него диски. Все, это у меня уже вторая тачка из Арены Вар, Антон. Ну, ты че издеваешься? Просто пушка. Ой, еще ламба катается. Все, получается, смотри, у меня сегодня был вариант Гриндейл угнать из Арены Вар. Потом Ред Трак из Арены Вар угнать. И доминатор из Арены Вар. Да дайте проехать, Ваське, блин, что вы встали тут.
Я доминатор заберу себя на толкучку. Во, на толкучку, точно. Какую толкучку? Все, ребят, в толкучке буду на доминаторе играть. Так, 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 дайте мне припарковаться. Ой, а что так? Чуть так много тачек тут заспавнилось, я не понял. Это все мои! Все, здорово, Антон! Я ворую последнюю свою автомобильную машинку! Какую? Так, ребят, а я вот не знаю, я быстренько сейчас... Ой, минута осталась! Быстрее, чего быстрее! Ты ё-моё, очень мало времени. Ребят, надо искать реально что-то очень быстрое и очень крутое. Хотя знаешь что... О, нифига себе, это ты что? Ты нашел уже? Я нашел тачку охотников за привидениями. Ой, еще одна! Блин, а может ее на последний выживший забрать? Как тебе идея такая? Мне кажется, плохая вообще идея. Плохая? Ты чё? Конечно. У нее же пушка сверху есть, смотрите. Это пушка реально. О, вот тут еще одна такая. Ребят, давайте реально заберу тачку охотников для привидений. Или как там, за привидениями. Точно, смотри, а почему они... А, они возле церкви стоят, типа привидения ходят. Чё ты нашёл там, реально её? Блин, я, короче, по приколу заберу эту машину, ребят. Я ее прокачаю, поставлю гигантский спойлер на нее. Ну, если можно, конечно, будет. Все, зацени. Ну, вот это точило. Все, все, я забрал свою третью тачку, Антон, и уже еду на спавн. Я тоже. Ты тоже три тачки нашел? Конечно. Давай, давай, мне интересно увидеть, что у тебя за машинка. Ты офигеть, за тачка. А ты где, сзади, спереди? За тебя еду. Давай, давай, догоняй меня, мне кажется, у него стоп-лов развалюха да, полная. Да, серая развалюха. Серая развалюха? Это ты едешь? Да ладно. Это я еду. Это что за маслкар такой? Смотри ну-ка. Сюда. А, это не ты. А, вот он ты. Я перепутал тебя. Ты сломван нашел. Да, и знаете, что сделаю? Я знаю, варенивар прокачаешь. Конечно. Ну, ребят, смотрите, у меня сегодня коллекция такая. У меня есть машина охотников за привидениями. Ну, это гробовозка вроде как. Потом у меня есть ретрак. Это Бигфут из варенивар. И вот такой жесткий доминатор. Просто пушки. А у тебя что? Это твоя коллекция сегодня. Это моя коллекция. Гольфкарт, Сэнд Кинг, получается, и сломан. Ну ладно, ребят, тогда мы прокачаем с Томиком свои тачки. И дальше уже оцените, у кого они получатся круче. Ну а теперь, ребят, вот такой тюнинг получился у наших автомобилей. И первое испытание, это будет испытание, которое называется «Последний выживший». Мы врываемся с Топиксом на военную базу с 5 звездами, и за нами начинается охота танков. Кого танки из нас первого взорвут, тот сегодня проиграет и не получит 1 балл. Но кто останется в живых, получит 1 балл и уже победит в этом испытании. Ну что ж, ребят, я на легендарной тачке из мультика и фильма «Охотники за привидениями», а вот она, обычный маленький гольф-кар. Быстрый тебе сегодня канал. Будет по полной. Да, они да, меня да. даже трогать не будут, потому что они скажут, о, мы его боимся, это же охотник за привидениями. Конечно, тебе взорвут. Просто, да конечно, да конечно. Знаешь, такой мультик был, охотники за привидениями? Конечно, знаю. Во, я тоже знаю, потому что это мой, ну это не любимый мультик, но это мой один из самых, получается, детских мультик, который я один из самых первых посмотрел. Во, ребят, кстати, можете тоже написать любимый свой мультик, либо фильм, потому что фильм тоже был охотники за привидениями. Да-да-да, поставлю обязательно лайкусик вам и сердечко. А у тебя что, тоже есть любимый мультик или у фильм? У меня любимый фильм есть, это давай. Оно! Оно? Ты да? чё? Это про клоуна, что ли? Да, страшно. Это же самый страшный фильм. Не, это точно мой нелюбимый фильм, я его боюсь смотреть. Да, нафиг надо. Ребят, клоунов я не боюсь, а вот мультика, получается, фильм «Оно» я боюсь на самом деле, потому что там он стрёмный какой-то. Ладно, все. Я его, кстати, это, своей машиной поймаю, потому что у нее есть призраколовка. Танк видишь, поймает. Видишь, у меня пушка сверху, это для призраков да, специально. Да, да, давай, давай. Я сейчас танк поймаю к себе в ловушку, и он не убежит от меня. Ребят, напоминаю, пишите любимые фильмы. Ну, если не знаете фильмы, то пишите мультики любимые, чтобы получить сердечко в комментариях. Обязательно поставлю за 2 часа. Так, так, так. Танки, танки, танки. Где вы? А я спрячусь, точно. Это у меня есть тактика. Спрячусь. Тактика прятки. Оба. Все. Антон, я застрял. Ребят, помогите мне. Спасите. О, нет, смотри, могу выстрелить как-то. Давай, давай, раскачка, раскачка. Оп, оп, оп. А, я зажал между... Ребят, быстрее, как-то надо боком, боком, боком. Все, выезжай отсюда. Нафиг надо. Я реально... Застряну. Нет, смотри, я поеду, а теперь берем вот так, обезжаем его, обезжаем, 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 да, давай, обезжаем, 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 смотри, смотри, оп, не успел. Он меня вообще не трогает. Ты с ума сошел, что ли? Танки чокнутые, им пофигу, реально. Тебя боятся, танкист, реально. Ты че, боишься меня? На тебя. Ребят, смотрите, танки, походу, а что такое? Они сломались, боят, они сломались. А, нет, не вот тот танк вообще не сломался. А, бежим, они какие-то чокнутые. Нет, 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 ребят, уворачивайся, уворачивайся. Я побежал прятаться на ангар. Нет, 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 нет. Меня взорвали, меня взорвали. Я только понял, что там один танк забагованный был, потому что, ребят, он не стрелял, а другие стреляют. Капец, получается, у Томикса 1 балл. Погнали ко второму испытанию.
Ну и я, ребят, как и обещал, взял свой вот такой жесткий ретрак Бигфут на испытание в футбол, в котором сегодня попытаюсь победить Топикса. Смотрите, у него красная команда, красные ворота. У меня фиолетовая команда, фиолетовые ворота. Кто кому забивает один гол, получает один балл. И уже переходим тогда к следующему испытанию. Ну что, Антон, ты готов? Готов играть. Раз, два, три, let's go! Иди погнали, сюда. погнали, давай, давай. У меня Бигфут! Оп-оп-оп, прям в ворота. Так, а у меня прыгать умеет. Я даже прыгать могу. Все, тебе хана, на тебе. Смотри, я тебя пожалел. Я даже таран ставить на Бигфут не стал, потому что тараном бы я тебя просто выкинул. Оп, гол! Давай! Нет! В смысле нет, в смысле нет. Опа, перепрыгиваю тебя. Я пойду ворот забираю. Давай, давай, заберешь, конечно. Ничего не заберет. Оп, давай, иди сюда. Нет, пока, нет, пока. Стой, дай. А ну, отдай мяч, отдай мяч. Я перевернусь сейчас на крышу. Ребят, надо, так хватит, отцепись. Ёлки-палки, как его развернуть? Давай, о, красава. Я буду ворота свои защищать, чтобы ты мне сегодня вообще не забил гол. О, пока, Топликс. Походу, сегодня кто-то проиграет. Давай, давай, не защитишь. Ай, не трогай меня. Отстань, негодяй, плохой. Ёлки-моталки, у тебя и так один балл, отдай мне его. Да ё-моё, ребят, что за Бигфутом, вообще неуправляемый. Все, Антон, ты напросился, я играю по-жесткому. Опа, боковой рывок, ты на тебя. Ворота, нет. Буду тебя таранить, давай, 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 давай. О, спасибо, нет, так, стоп. Нет. Мяч не трогай, мяч не трогай, уйди нафиг. Я тебя сейчас в ворота вместе с мячом забью, ты понял? Ты понял, ты что, я здесь себя забью. Давай, 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 спасибо, спасибо. О, мне для меня специально. Нет. Давай, мячик, давай, запихивайся. Все! Да блин! Получается, у Джала тоже прибавляется один балл, потому что счет становится 1-1. И сегодня пока что у нас ничья. Ну ничего, останется еще последнее, третье испытание. Ну и наконец-то, ребят, мы добрались до моего самого любимого и жесткого испытания. Это будет толкучка на воде, где, да, напомню по правилам, кто кого скидывает в воду, получает один балл. И, Антон, будет у нас два раунда, ну либо три, это посмотрим. И тебе тут хана по полной. Ты готов? Да, да, готов? Да. Раз, два, три, стартуем! Иди смотри, сюда, смотри, красный. Смотри, как умею, смотри, как умею. Оп-оп-оп, разгон на задних колесах и... Бау! Просто! В смысле? Я не понял, я тут улетел. Это я думал, ты улетел. Все, ребят, катапультируем его прямо в воду. О, нет. И теперь лови добивалку. Вот так, на тебе, щитом. Ты что, офигел, что ли? Все, ребят, я же сказал, я король толкучек. Ну, а мы переходим ко второму раунду, потому что у меня становится счет 2-1. Ну что ж, ребят, походу сегодня будет не два раунда, а целых три раунда, потому что я оттуда каждые 10 секунд буду скидывать воду. Ну что, ты готов еще раз искупаться? One, two, three, погнали! Разгон на задних колесах, давай, тачка, давай, давай, давай. И сейчас теперь на нафиг! Блин, не получилось. Блин, это так бы эпично было, если бы я тебя реально протаранил. Ну-ка, Антон, иди поплавай. Блин, да ты куда улетел? Нет, нет, так, нет, нет, нет. Все, я засеялся. А ты я где? Тоже, я тоже, нет. О, вот он приземлился. Антон, Антон, иди сюда и пакетово. Боковая бочка. Офигевший. Да ладно, ты реально упал. Ну, ребят, счет уже становится, получается, какой, напомни мне, 3-1. 3-1 в мою пользу, ребят, и переходим к эпичному, последнему нашему раунду. А вот теперь, ребят, давайте думать, давать шанс Топликсу, либо не давать. Давай, Антон, третий последний раунд. Раз, два, иди три, let's go. Давай, давай. Тебе меня не победить, я король толкучек. Да что вы прыгаете сюда, просто король. Я тебя буду троллить и перепрыгивать. На, нафиг. Да, да, да. А вот так вот. Ты чё? Ты чё? Я не понял, я не понял. Ты вообще синий колобок, иди сюда. О, давай. Давай. Опа, о, я попал в тебя, не ври. Ребят, нет, давайте, нет, на нафиг. О, ты чё сделал? Ни хрена себе, катапультировал меня. Ребят, это чё получается? Получается у каждого по одному баллу. И у Топликса уже становится счет 2, а у меня 4. Счет 4-2, и это значит, что я сегодня занимаю первое место в жесткой эпичной битве. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. А если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, ребят, а на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк. Ну а также в комментариях не забудьте написать свой любимый мультик или фильм. Ну а с вами сегодня был Джел Топликс. Ссылка на это будет как всегда в описании. Не забывайте переходить и подписываться на него тоже. Всем удачи, ребят, всем покедова! Пока, друзья!